Новгородский районный суд вынес приговор новгородцу, избившему медиков. В содеянном он раскаялся, извинился и получил условный срок. Инцидент, который стал поводом для возбуждения уголовного дела, произошел еще в августе прошлого года. Бригада скорой была вызвана на улицу Великая. Помощь требовалась нетрезвому новгородцу Артему Стручали, но он лежал на газоне. Медики перенесли мужчину в салон автомобиля, и фельдшер приступил к оказанию помощи. Видимо, это по какой-то причине молодому человеку не понравилось. Без какого-либо повода Стручалин ударил медика ногой. Впоследствии коллеги диагностировали у пострадавшего закрытый перелом кисти левой руки. Вину в совершении преступления Стручалин признал полностью, раскаялся и возместил пострадавшему медику материальный и моральный ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке, однако не было прекращено в связи с примирением сторон. Стручалин неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, мелкое хулиганство, обвинялся в совершении преступления средней тяжести из хулиганских побуждений. В итоге по этому делу Артем Стручалин приговорен к 1,5 годам колонии условно и испытательно сроку на 1 год. Приговор может быть обжалован. Добавим, на рассмотрении в Новгородском районном суде находится еще одно аналогичное дело. В феврале от действий хулигана также пострадала бригада медиков скорой.